строительство дорог общего пользования. Строительству и реконструкции дорог за счет средств федерального бюджета 66,5 миллиардов рублей. Субсидии объектам Российской Федерации будут распределяться по результатам отбора региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий. В настоящее время мы строим Чуваш совместно с Минтрансом Чувашии. Ведется работа по разработке республиканского норматива строительства дороги переходного типа. Конечно, нам надо бы как раз удешевить. Пока мы представили 21 дорогу Минсельхоз Российской Федерации. Министр финансов Светлана Енилина рассказала об изменениях в республиканском бюджете. Казна Чувашии на 2014 год увеличивается по доходам почти на 3 миллиарда рублей. Расходы на 3 миллиарда 200 миллионов. В бюджете республики большую статью занимают расходы на медицину, и есть уже результаты. Реализация социальных проектов, в том числе нацпроекта здоровья, программа модернизации здравоохранения позволила за 4 года снизить смертность более чем на 9%, младенческую на 11%. Доступ к электронным рабочим местам получили 80% врачей, благодаря чему у более половины пациентов ведутся электронные медицинские карты. В ближайшее время ожидается объединение двух лечебных учреждений – чебоксарских детских больниц номер 3 и 4. Это позволит оптимизировать оказание медицинской помощи детям. Третья больница в рамках модернизации получила очень серьезное оборудование, проведено оснащение этого лечебного учреждения. А четвертая больница, которая стационарное учреждение четвертой больницы, фактически оказывает медицинскую помощь всему населению города Чебоксары. То есть там централизованное аллергологическое отделение, там неврологическое отделение. И та реанимационная служба, которая находится сегодня в четвертой больнице, она уже начинает уступать той мощности, которая есть в третьей больнице. А территория четвертой больницы, она точно так же останется. Там расширится площадь для оказания амбулаторной помощи. Там будет детский стационар, детский стационар дневного пребывания. То есть для тех пациентов, которые живут вот в этом микрорайоне. Республиканское правительство также утвердило гранты муниципалитетам Чувашии, достигшим наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. Ими стали Чебоксары, Яльчикский и Чебоксарские районы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика.